Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Ленске. Это жена первого заболевшего, находившаяся с ним на самоизоляции. Сейчас она проходит лечение в инфекционном отделении районной больницы. Таким образом, в Ленске на полдень 13 апреля зарегистрировано 2 случая коронавируса. Еще 3 находятся в инфекционном стационаре Якутска и 5 в Алдане. Всего в Якутии зарегистрировано 23 заболевших новым коронавирусом. Из них 13 уже выздоровели. Вместе с тем, вот сегодня утром буквально сейчас поступила информация, у нас есть 2 предварительно положительных результата. Один из них у жителя Горного Улуса, второй у жителя города Якутска. И в первом случае семейная пара находилась на лечении в Санкт-Петербурге и прибыла на прошлой неделе к себе на родину, но постоянно находилась она в режиме самоизоляции. По городу Якутску тоже до конца вечера проверочные работы будут завершены. Тоже с высокой вероятностью доли есть в случае подтверждения коронавирусной инфекции. Здесь пока окончательный источник мы называть не можем. Вместе с тем родственники данного мужчины на прошлой неделе вернулись с учебы из Москвы.